В течение двух дней большой зал городского театра буквально сотрясали восторженные крики и смех зрителей. По единодушному мнению жюри, игра всех команд была достойной, а шутки – острыми и искрометными. Школьник, чьи родители не скидывались на занавески, сидит на солнечной стороне класса. Бабайка, который жил у маленького Никиты Джигурды в шкафу, никогда не выходил из него, потому что... А ну, закрыл обратно! 18 команд уже выполнили разминку месяц назад на фестивале КВН, который также проходил в Анапе. И вот встретились на 1/8 финала. Фестиваль выявил сильнейших. Рокировка на самих играх была незначительной. 5,8 и выше баллов набрали сборные Архангельской области, города Грозного и Новосибирска, сборная Кубгау из Краснодара и сборная Оренбургской губернии. По-прежнему они в лидерах и вышли в полуфинал. В 1/4 вышли 13 команд. Зрители встретятся с ними уже в июне на очередных играх. Они стремятся к тому, чтобы в следующем году попасть в телевизионные лиги, АМИК, в премьер-лигу, в высшую лигу. Я думаю, что у всех будет хорошо. Примеры есть. Сборная Одессы, Одесские Мансы, чемпион нашей лиги, уже полуфиналист высшей лиги КВН. У них все карты в руках, работать, и все будет хорошо. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион.